Радий представити гостя нашої студії, голову Миколаївського обласного об'єднання садівників Надію Гуньковську. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну що ж, розпочнемо, мабуть, іздалеку, з того, що другий і третій місяць, та навіть і перший, січень вже місяць, це час, коли садівники усі готуються до того, що зовсім скоро буде весна та літо. Треба буде працювати, і підготовчі роботи вже проводяться зараз. З чим займатися можна в ці місяці вже? Да, сейчас садоводы, когда еще погодные условия не позволяют выйти на свои участки, вот сейчас ведется подготовка именно к рассаде. Значит, высеваются семена в ящики, пикируются, ну и так, конечно же, начинается наш дачный сезон с этого. С чего же начать сейчас садоводам? Я порекомендую. Нужно обязательно сейчас просчитать все сроки посева, даже в ящике, именно семян. Семена разных культур высеваются в разные сроки. Поэтому дольше всех всходят баклажаны, перец, сельдерей. Поэтому их нужно высевать раньше всех. То есть это где-то в нашей зоне, где-то после 15 января. Вот. Остальные культуры, томаты, капусту, ну и особенно тыквенные культуры, высевают гораздо позже. Томаты нужно обязательно тоже по срокам. Если ранние томаты, нужно просчитать. Они, рассада произрастает в течение где-то 45-50 дней. Капуста также. А вот тыквенные культуры, у них сроки произрастания рассады 25-30 дней. То есть это их нужно посев осуществлять где-то числа уже 15 апреля. Поэтому нужно, конечно, это все рассчитать для того, чтобы рассада не перерастала. Соответственно, у каждого садовода-любителя есть календарь, где это все уже расписано, да, распланировано. По поводу вот семян, то, что мы уже их высаживаем, это понятно, но вот по поводу их покупки. Мы вот вчера сделали небольшой поиск по магазинам, а вот нашли одни из самых, скажем так, доступных по цене и распространенных. Первый миф, который, возможно, уже вас не один раз спрашивали, по поводу цены. Если это дорогие семена, есть ли гарантия того, что взойдет все, что мы посадили? Или может быть такое, что и дешевые семена тоже будут хорошими? Нет, не обязательно дорогие семена. Ну, конечно, дорогие семена, они калибруются так, как должно быть, и обрабатываются, поэтому они уже упаковываются в пакеты, должны упаковываться, вернее, в пакеты, уже подготовленные к посеву. Поэтому, если вы купили дорогие семена и посмотрели, они обработаны, то есть они имеют уже какую-то окраску. Их не нужно не замачивать, не нужно не обеззараживать, они уже проведена определенная обработка этих семян. Значит, если семена сами вырастили садоводы или же купили семена, ну, более дешевой продукции, это не значит, что у них будет плохая схожесть или же будут они хуже плодоносить. Значит, с чего начать калибровку семян? Сами садоводы производят калибровку семян очень простым, доступным способом. Берется 3-5% раствор соли, разводится, ну, с водой, высыпаются туда семена, более полные семена оседают на дно, и пустые всплывают. Таким образом, мы сливаем эту воду вместе с пустыми семенами, вот, а полные семена у нас остаются. Промываем их 2-3 раза проточной водой холодной, и потом уже проводим обеззараживание. Обеззараживание проводится раствором марганца. Берется 1 грамм марганцовки. Которую сейчас тяжело найти. Ну да. На полстакана воды разводится, высыпаются туда семена, выдерживает не более 20-30 минут. А затем снова промывается, и таким образом уже семена готовы к посеву в ящике. На сегодняшний день большая проблема найти марганцовку. Либо на каких-то блошиных так называемых рынках, либо еще где-то, но тоже там большой дефицит. А если вот нет марганцовки, чем можно заменить? Значит, еще обработки, обеззараживание проводят термическим путем. Значит, термическим путем это то есть семена после промывки, вот я сказала, после калибровки, можно их прогреть.
прогреть. Значит, прогревание производится где-то при температуре 45-50 градусов. Угу. Вот, и по протяженности времени где-то 20-30 минут. Прогреваются семена. Таким образом, и появляется даже больше женских потом цветков, и угу. урожайность, конечно, будет. А вот этот прогрев по процессу, как он происходит? Это в горячей, теплой воде или... Нет, это производит... Обычно у нас производят это на батареях, вот сейчас. Угу. Вот, то есть самый оптимальный, да, как раз температурный, да, режим там. Да, разлаживают на батарее, садовод, это чисто практический такой метод. Угу. А по поводу, соответственно, возвращаемся к упаковке, которая у нас угу. есть, да, там опять-таки указывается месяц, когда это все высаживать, да, посев, соответственно, когда, да, будет схожесть и так далее. Этому можно доверять? Да, конечно. То есть не только, да, по своим календарям, да, все как раз указано уже, соответственно, да, исходя из того сорта, который вы купили. Да, главное, чтобы эти семена были нашей зоны. Если это нашей зоны, вот пакеты, конечно, соответствуют. Ну вот оно указывается для Украины, то будем надеяться, что это именно для нас, для нашей зоны. Да. Зональность такую еще учитывать, что это юг страны, север, конечно, тоже, да, учитываем, конечно, это все. Конечно. А есть ли семена, на которых это пишется, упаковки? Нет, не всегда. То есть это только на некоторых нужно найти? Да, да, да. Поэтому нужно именно смотреть на календарь именно нашей зоны. Угу. Он всегда есть, и в продаже есть, и есть в нашей урожайной даче газета выпускается, угу. наша Николаевская. Поэтому можно там посмотреть, почитать, или же, конечно, проконсультироваться со специалистами. А теперь возвращаемся уже к вопросу, который основной у нас, это высадка, да, этих семян, да, подготовка почвы, что, да, необходимо? Значит, следующий этап, когда семена уже подготовили, угу. готовим почву. Почва готовится тоже для разных культур, разная, угу. разный состав. Значит, для томатов, капусты, баклажан, перца смесь готовится, значит, берется одна часть зерновой земли, огородней, и берется одна часть, две части перегноя и одна часть песка. Угу. Вот это все хорошо перемешивается, и для того, чтобы у капусты не было черной ножки, еще добавляется и древесная зола. Угу. Древесная зола — это и микроэлемент, и способствующий он обеззараживанию почвы от гнилостных этих, угу. бактерий, то есть предохраняет от черной ножки. На капусте и на томатах бывает при недостатке угу. света. Когда мы подготовили эту почву, заполняем ящики и производим посев семян. Значит, мелкие семена высеваются не глубоко, из расчета угу. где-то на пол сантиметра в грунте. Крупнее семена высеваются глубже, и сантиметр, и полтора сантиметра. Это тыквенные культуры, патиссоны. Угу. Так. Значит, для... Хочу сказать, для тыквенных культур, для огурцов земля немножко другого состава. Там берется одна часть огородной земли и одна часть перегноя. Угу. И заполняется сразу, желательно, или стаканчики наполняются, или же торфяные, ну, горшочки они называются. Вот, высеваем туда семена, и вместе тогда с горшочком садится в грунт. Потому угу. что тыквенные культуры, ни патиссоны, ни огурцы, они не перегноют. Переносят пересадку. Да. А по поводу этого уже понятно, то есть высадка произошла, теперь по поводу орошения. Значит, орошение теплой водой, комнатной температуры, угу. из 18-20 градусов нужно эти семена поливать. Прежде всего, для того, чтобы для них создать микроклимат, их можно затянуть ящики эти пленкой или же накрыть стеклом. Чтобы и тогда был небольшой быстрее, фониковый эффект, да? Да, да, тогда оно быстрее, всхожесть угу. появляется. Если уже увидели, есть уже всходы у вас, вот поливать, конечно, и влажность должна быть не менее 60-70%. Угу. Тогда эти культуры уже чувствуют себя довольно хорошо. А по поводу света, это должны быть затемненные места? Нет. Или не обязательно? Нет, это должно быть хорошо освещенное место. Да. Угу. Рассада любит свет, и при недостатке она вытягивается и, конечно, теряет свои
жизненной способности, и наступают заболевания, и грибковых особенно рассаду поражает черная тоножка. Поэтому основные моменты мы разобрали по поводу того, как семена выбрать, как их правильно подготовить для них грунт, как высадить, ну и, соответственно, как орошать. Я думаю, что это не последняя тема в нашем эфире, потому что будем продолжать уже с самой высадкой. Поэтому вам спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли с самого утра. Дорогие садоводы, занимайтесь любимым делом, пусть оно вам приносит плоды хорошие уже летом и осенью. Я нагадаю еще раз, что сегодня спілкувалися стосовно цих тем із головою Миколаївського обласного об'єднання садівників Надією Гуньковською. Дякую вам.